начинаю запись. Спасибо, Мария, большое. Мне тоже очень волнительно проводить этот Zoom. На самом деле я не так часто выступаю, но вот мне загорелось поделиться этой темой. Как же все-таки нам поддержать тех консультантов, которые ранее у нас участвовали в программе Like for Berlin? Все-таки это наша основа основ, согласитесь, да, они делают наши основные объемы групповые. Поэтому вот в такой нелегкий период как-то хочется их поддержать какими-то акциями, конкурсами и так далее. Вот. Что хочу сказать. Когда вообще, в принципе, я планировала про эту тему рассказать, тогда еще программа Faberlic Like была в силе, да? И на тот момент у меня был свой чат. И этот чат назывался «Розыгрыши Like for Berlin». В него я пригласила всех консультантов, то есть снимала отчет наш и сама заводила всех консультантов, которые выполняли программу Like for Berlin. В этом чате у меня были помощники, это мои лидеры. Они были админами. И они видели, что вот каждый период, если кто-то выполнял новенький программу Like, они добавляли в этот чат своих консультантов. Ну, в принципе, что и делают и сейчас, до сих пор. Вот. И для чего мне нужен был этот чат? Каким вопросом задалась, зачем он мне был нужен? Знаете, просто в прошлом году мы делали, ну, вернее, ждали, отменят программу Like for Berlin или не отменят эту программу. И как бы с нетерпением ждали, что у нас будет, да, то есть сохранится она на Новый год или нет. Программу сохранили, и как бы делать просто обычную рассылку консультантам мне было уже скучно. Каждый раз ему высылаешь эту рассылку, кто-то реагирует на нее, кто-то не реагирует. А когда консультанты оказались в общем чате, и когда в этом чате я давала, допустим, инструкцию, как забрать лайк for Berlin, какие-то видеоролики, видеоотзывы, что взять под 70%. То есть у людей появлялся интерес. И мне не надо было каждый раз повторять одно и то же консультантам, допустим, да, каким образом выбрать тот лайк. Были, конечно, вопросы в чате, я им помогала. Но в любом случае люди друг за другом наблюдают, и уже этих вопросов было меньше. Во-вторых, у людей возник интерес. В этом чате я разыгрывала наши промокоды. Было 5 промокодов по 300 рублей. Тоже очень интересно, то есть можно было ни к какой там территории не быть привязанным, да, любому консультанту насчет, кто выиграл в лайки, я перечисляла этот промокод, давала инструкцию, как им воспользоваться. В то же время, да, вы знаете, да, что чтобы воспользоваться промокодом 300 рублей, консультант должен был оформить заказ на 1500 рублей. То есть это вот тоже было то преимущество наших промокодов. Не знаю, надеюсь, что наша программа Like for Berlin и промокоды в скором времени вернутся, и мы также успешно будем с ними работать. Также в чате напоминала о датах действия каталога, о том, что там последний день каталога. То есть очень важно, в общем чате люди уже видели всю вот эту вот информацию, да, и оперативно на нее реагировали. Поздравляла с выигрышем. И вот все, что я давала до того, как заморозили программу Like for Berlin, я всю эту инструкцию сброшу в наш чат «Самые крутые наставники». Все там будет. Ну, получилось так, что программу временно заморозили, да, и возник такой вопрос, что же мне делать с этим чатом? Я неделю, наверное, думала, ну, может, чуть меньше недели, и мне пришла такая идея в голову сделать распаковку заказов, то есть возобновить те же подарки, розыгрыши, но уже по заказам. И условия были, и они сейчас есть такие условия, то есть консультант может сбросить
распаковку заказа, может сбросить фото чека, то есть он получил заказ, фото чека. Ну, если, допустим, доставка там перенеслась или еще что-то, он может сбросить фото самого заказа. Люди у нас разные. Кто-то стесняется говорить на камеру, кто-то стесняется даже сбросить фото. Поэтому приходится иногда людям напоминать, что сбросьте, пожалуйста. Но самое интересное, что меня чат ожил. То есть вот эта распаковка заказов, она дала чату второе дыхание. И настолько сейчас стало интересно в чате, мне интересно наблюдать за своими консультантами, как они классно рассказывают о нашем продукте. И на самом деле, какие все-таки у них классные заказы, то есть вот по составу, да, у всех разные заказы, и все друг за другом наблюдают, а что купил этот консультант, а что взял тот консультант. И мы уже вот подводили первые итоги по итогам 5-го каталога, делали розыгрыши именно по конкурсу «Распаковка». И как сейчас вот у нас добавляются новые консультанты, кто стабильно делает заказы, да, то есть каким образом я их отслеживаю, то есть взяла распечатку 4-го каталога и 5-го каталога и посмотрела, кто из консультантов новенькие добавились, добавляю в этот чат. Естественно, у нас там есть правила чатов, что мы там, ну, отключите звук и так далее, но все вы про них знаете, да. И люди с удовольствием делятся вот своими распаковками заказов. Вот такая распаковка мне помогла как бы сохранить свой групповой объем в 5-м каталоге. То есть он даже был чуть больше, чем в 4-м каталоге я закрыла свой групповой объем. И сейчас я хочу дать слово своему консультанту Бедровой Вере. Она у нас участник акции New Level, зашла в акцию с 6%, вышла на 9%, получила свои первые промокоды. Ну и она немножко поделится вот именно работой в этом чате розыгрыш Like Faber League. Вер, говори. Ага, добрый вечер всем. Я Бедрева Вера, я проживаю в село Михайловск, Алтайский край. Ну, еще как бы я на ПВ, да, Наташа, могу сказать, что да, на ПВ да. Работаю, помогаю Наталье. Я зашла в программу New Level для того, чтобы, ну, маленько, да, взбодрить себя, чтобы маленько объем увеличить. И мне, в принципе, первые прям этот период, я дошла до 9%, то есть 600 баллов я сделала легко. Конечно, мое желание было выйти до вот этой всей ситуации на 1000. Ну, 600 делаю стабильно, да, Наташа? Ну, вот да. Как-то на 1000 никак не могу. То одно, то другое мешает. Про чат, вот этот розыгрыш Like Faber League, хочу сказать, прям очень хороший. И я думаю, Наташа, надо продолжать даже без лайка его. Потому что вот, например, я стала делать распаковку с видео. Прошу своих девчонок, чтобы видео, пусть немного, но некоторые уже делают, не стесняются своего голоса. Очень интересно, когда действительно каталог очень большой, все не узреешь, ну как не увидишь, все не запомнишь. А когда человек выписывает, а люди, которые, ну как бы нам близкие по духу, и мы видим, что выписывают, и тогда мы обращаем внимание. Действительно, после этого как-то девчонки стали больше это, заказывать, больше стали интересоваться. Поэтому вот у меня 15 человек пока в этом чате. Но вот троих я уже сейчас добавлю. По итогам этого периода будут еще трое. То есть я считаю, что очень хорошая идея, и ее вообще не надо даже останавливаться. Все равно надо что-то делать, и надо выкладывать, люди пусть учатся, и фото, и видео. Но видео – это, конечно, очень такой хороший момент с видеораспаковку, поэтому я только за этот чат и за работу этого чата. Ну, у меня Спасибо. Все. Спасибо, Вер, большое. Я хочу сказать, что, конечно, это, наверное, ну как, кому-то, для кого-то не новинка, да, вот эта распаковка заказов, видеораспаковка заказов. Ну, для нашей структуры это как бы получилось вот так, как новинка, и оно нам дало толчок. И поэтому вот
это можно применить к любому чату. Пусть это будет ваш чат ПВ. Может быть, это у вас был какой-то совсем другой чат структурный. Действительно, предложите консультантам поучаствовать в таком конкурсе. И они с удовольствием поделятся с вами распаковкой своих заказов. Вот. И мы с вами всю эту неделю, у меня не сильно такой большой зум на сегодня, планерка не сильно большая получилась, но всю неделю мы с вами будем говорить на эту тему, про конкурсы, про акции, про какие-то фишки, которые вы проводите для своих консультантов. Я надеюсь, что многие из вас ими поделятся. Потому что если мы все вместе поделимся какими-то фишками и что-то понемножку друг у друга возьмем, обязательно наши объемы вырастут. У всех причем. И все то, что я говорю, давала в своем чате, я все это выставлю в программу нашу New Level. Вот, задавайте вопросы, если они есть, с радостью на них отвечу. Наташа, а у меня такой к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот участники, которые были у тебя Like Faber League, сейчас они также, вот кто сейчас находится в этом чате, они продолжают регулярно делать заказы? Да, они продолжают регулярно делать заказы, но даже если те консультанты, которые не делают на данный момент не делают заказы, я никого не удаляю из чата, потому что они наблюдатели, они наблюдают, что люди заказывают, они действительно видят, какие заказы, вот прям большие заказы делают наши консультанты, простые обычные консультанты, и у них появляется стимул оформить новый заказ и не забыть про Faber-League. То есть ты продолжаешь делать такие подарочки какие-то, да, в этом чате за распаковку, за какие-то отзывы, и у людей вот эта движуха продолжается. Да, да. Угу. Девчат, если у кого есть еще вопросы, задавайте, а дальше Наталья уже в течение всей недели будет рассказывать о своих вот этих секретиках. Да, да, да. Как выявляется победитель распаковок, то есть они сбрасывают фото или видео. То есть если это чек, в чеке написано фамилия, имя. Если это фото, они подписываются, там, допустим, там, фамилия, имя свое, также под роликом. И потом по итогам каталога я уже всех выписываю участников, кто сбросил фото и видео, и с помощью генератора случайных чисел разыгрываю подарки. Кстати, я не сказала, что про подарки. То есть вот в прошлый раз у меня была бытовая. Те, кто, допустим, иногородние, они не могут подарок в офисе у меня забрать в городе. Я им высылаю 500 рублей на счет консультанта. А сейчас у меня там идет, я тоже картинки сброшу, серия «Малиновый мильфей». Спасибо большое, хорошо. Ага, Наташа, еще спрашивают, чат в Телеграм у тебя или в WhatsApp? Ну, в каком? Ну, пока чат в WhatsApp, потому что как бы до этого еще в WhatsApp я его организовала, но сейчас люди активно переходят в Телеграм, я просто жду, когда большая часть консультантов перейдет в Телеграм, сброшу ссылочку и переведу в Телеграм, потому что это гораздо удобнее и проще, и память телефона так не забивает, как WhatsApp. Ну, пока еще в WhatsApp. Хотя вы в любом мессенджере можете его делать, в каком вам удобно. Ну, Наташ, спасибо огромное за такими штуками. Но если у девочек вопросов нет, то тогда мы на сегодня прям очень быстро отстрелялись. Ну, как 15-минутная планерка получилась. Да, ну и классно, супер. Теперь будем ждать твоих инструкций. Хорошо, спасибо всем большое, что пришли. Еще хотела сказать огромное спасибо за сегодняшний марафон, да, то есть у нас день начался с такого тоже классного марафона. Если здесь есть участники марафона, да, то это тоже один из инструментов, который также поддерживает наших консультантов, которые участвуют в акции Like Faber League. И здорово, если вы в него пригласили, ну, либо будете организовывать свои марафоны. Вот. Классно. Можно, да, кстати, в эти чаты тоже приглашалки на следующие марафоны уже кидать.
Где, правда, марафоны очень-очень заряжают. Это... Да. Все, спасибо всем огромное, что пришли на сегодняшнюю планерку. Сейчас я сброшу всю инструкцию по чату в нашу группу. Крутые наставники. Да, спасибо, Наташа. Всего доброго. До свидания. Да, все, пока-пока.